Так, ну первое и главное, в общем, довольно неожиданно отсутствие общей раскатки в первой игре серии. С чем связано? Команда, считаете, перегружена? Нет, просто катались вчера вечером. Очень хорошая была тренировка. Ребята все выглядели мобильно, очень свежо. Вот. И просто посовещавшись, тренерский штаб решил, что очень большие пробки здесь. Добираться до катка 40 минут. Это получается, нам нужно 40 минут на раскатку, 40 минут с раскатки, опять потом на игру ездить. То есть практически полдня в поездке, в пробках в этих. Решили, что это не нужно. Сегодняшний состав, будет ли он следовать принципу неизменности победного? Конечно. Я думаю, ребята почувствовали вкус победы, уверенности. Я думаю, будут играть на победу. Тем более, мотивировать никого не нужно. Это команда-фаворит КХЛ, одна из лучших команд. Поэтому я думаю, что настрой будет запредельный. Не опасались ли вы, что сегодняшняя игра станет эдакой встречей с Витязем, только гораздо более мастеровитым? Я к тому, что Питер, конечно, будет рвать и метать. Тут вопрос стоит очень остро, так понятно, по тренеру. Я бы не стал сравнивать с Витязем. Это совсем другой стиль, совсем другие мастера. Поэтому, будет красивый, быстрый хоккей с обеих сторон. Все-таки сам Роберт Эш не высказывал ли желание выйти сегодня на лед? Не знаю, я, по всякому случаю, этого не слышал, но в любом случае будет решать главный тренер. То есть это еще не исключено по состоянию на утро? Нет, все решится на собрании, кто будет стоять.